одиночество затащит тебя в добровольный плен. Тьма отступит и назло всем пророчествам, вместе с тенью отступит и могильный тлен. Будь спокоен, если птицы над головой в нашу сторону вдруг лягут на крен. Слышишь голос язов тихий, золотой, значит рядом. Сентября 1985 года, день первого концерта в Свердловском ДК МЖК, когда коллектив впервые выступил под названием «Чайф». Название группы появилось в результате репетиций, переходивших в дружеские посиделки. Слово относилось к тому напитку, который мы заваривали через кофеварку «Бодрость», засыпая туда чайную заварку. Это называлось «Собраться на чайф», рассказывает руководитель группы Владимир Шахрин. Итак, мы с вами слушаем песню «Ты не со мной». Собираю марки от чужих конвертов, отпускаю мысли так легко по ветру. Улетает время, тяжелее дольше. Я тебя не встречу, не увижу больше. Не со мной, ты не со мной, ты не со мной, ты не со мной, не со мной, ты не со мной, ты не со мной, ты не со мной. Не могу привыкнуть. Глупости и фальши, ты была так близко, ты теперь все дальше. Ты вчера ходила на Агату Кристи, я пинал по скверу золотые листья. Не со мной, ой, ты не со мной, ой, ты не со мной, ой, ты не со мной. Разливал стаканы, я кисмараулил.
народную песню любезно согласилась исполнить для нас Анастасия. Есть такая певица, кошка, Сашка Кошка. Правильно Анастасия сказала? Кошка Сашка. Кошка Сашка. Песня называется «Вторая попытка». Уснув на диване, забыв про будильник, сырую подушку, упрятав улыбку, возможно, все будет иначе, чем было. Вторая возможность, вторая попытка, вторая возможность прийти и остаться, поверить словам, не заметив ошибки. Вторая заявка на личное счастье, вторая попытка, вторая попытка. Любовь всегда одна гламурным девкам за полярным городам. И алгоритм таков, что ты в итоге все теряешь. Попробовать забыть и попытаться что-то изменить. Любовь всегда сильнее, и ты об этом знаешь. Гранитные души, гранитные стены, бетонных перронов, сплетения хитрых. И ты уезжаешь все дальше на север, ведь мы не умеем менять алгоритмы, набить смс-ку, послать телеграмму, успеть извиниться, отправить открытку, она запечется еще одним шрамом. Вторая попытка, вторая попытка. Любовь всегда одна гламурным девкам за полярным городам. И алгоритм таков, что ты в итоге все теряешь. Попробовать забыть и попытаться что-то изменить. Любовь всегда сильнее.